Вы отходите или не отходите? Еще раз. Будете затримливать? Если вы не отойдете, да. Шим с правой. Здрави, бля, держи его, никто не выпускает. Закройте сюда, шифруйте. Бросаться он будет. Руки дал, не снимайте. Снимай, Николас. Зачем? Это тот чувак, который тут прикидывался на всех, а зараз не может разуметь. Мы сейчас его специально чекали. Не вовремя стрим остановил, самый интересный момент. Почитайте хоть что и что, и где вы были. Кидаешься ты, здрак. Мову выучи, який ты белорус. Свиноферма, а не белорус. Мову выучи. Чекали этого у вас претендента, который здесь еще до этого прыгал, покался. Мы специально его чекали. Резкости много. Ганс. Чё, ГАИ, наверное, на выезде уже. Позвонил он куда надо, наверное. Что стоять хочешь? Я позвонил, наверное, куда надо. Где твои крыша? Видишь, тут помощь крутится. Паханы-то там. Заброк, иди сюда. На оборону национального некрополя. Что ты там стал улыбишься? Так, еще машина. Кто-то пожрать хочет. Все эти выезжают, те въезжают. Ага, не хочет брать. Мужчины размовляю, а ты мешаешь. Распугался. Все, охрана. Не
если бы он не нёсся, то никак бы никого не поднимал бы, взял бы по-первых, никто бы не чипал. А ты что, бросается? Да, по-моему, это навряд ли. Это куропаты, баранить мы будем, или бомбы под курю. До пошли капли крови, как сказал Валер Рабцев. Молодый фронт будет стоять до опошнего. Борется одна кровь, в отказ прольем две крови. Да, кстати говоря, Денис, перерабатывайте. Смена уже кончилась, а вы все равно на посту. Круглосуточную эту смену не хотите запускать? В дальнейшем уже и наметики уже поставим. Солнце садится, пора палатку разбивать, костер жечь. Что говоришь? Он когда сюда заезжал не один, не пятый. Mm-hmm. Подошли дать поперку, он туда газанул, Илариона на капот засадил и пронесся. Этот же? Да, этот же, еще тут прыгал, кидался. И мы его чекали, цепанить уже, и тут он начал. Вы так конкретно на этого, а тут вон оно что? Агрессивный, агрессивный ватан. Ну, вот постоять, хай подумает. Валер, мы будем стоять, если даже мусора будут нас стягивать. Или что, мой стяг запишу. Долго они что-то плохо работают. Ну, наверное, что я так разумею, усатый будет вертаться, будешь стрелять, чтобы обеспечить все. Плохо работают. Уже всех убили и ограбили давно, а их нет. Ленивые, страшно ленивые, не хотят ехать. Приехала ГАИ. Не кидался. Вот это здрасте, он отсюда, он отсюда не выйдет. Да я сказал, что не выйдет отсюда. Все. Мы здесь ночевать костьми ляжем, но он не выйдет. Все, остановимся, беремся за руку. Милицию не подпорядковываться, никого не слушать. Сюда, Данила. Беремся за руку. За руку, за руку. Никаких милиций. Все. Никто отсюда не уедет, мы все ляжем. Пока вот это вось накажут, что полез здесь драться. Браться? Да. Как вы называете, что вы хотите? Товарищ Марио. Смотрите. Будете ночевать? Я уже сгоден. Здесь и ночь проведу. Герой. Живе, белорус. Живе. А, люди, свои. Вы тут не пугаете. Я тогда сразу пошел быстрее включать. Нет, туда не залетал. Этого, к сожалению, нету. Как только он выскочил драться, я тогда полез за камерой, чтобы снять это. Но пока успел, как говорится, уже. Ты что? Это война там. Я понял. Парни не правы. Дякую. Живе. Что там такое? Протокол? Да. Что там сказали? Майор, вообще-то по статье 2.10 вы должны объективное разбирательство провести. Вообще-то возьмите видео, когда человек провез на капоте несовершеннолетнего. Несовершеннолетнего. Коли уезжал сюда, еще кидался, а потом вот при выезде дать поперку и зупинить его поразмовлять, он снова кидаться начал. Ну, вы вызовите, мы вызовем. Выкликай, Валера, так само. Пусть двое едут. Выкликай ты. Все звоните. Все звоните, Урал, справляться.
За какое время? За все? За все оборону Курабана. За год обороны Курабана. За год только? Да. Что-то выезжает там. Кто-то. Вот этот вот человек, вот на этом мобиле черным, бросился в драку. Вот он. Могу вот это показать, видео не снялась интересно. Вот этот вот человек. Да не такие дела, вы будете ночевать тут. Хорошо, заявление писать будете? Конечно. Хорошо, тогда вы и вы со мной в Бролянскую зону милиции проходили. У вас машинка, да? Вы на этой машинке за мной. Отдел милиции. Я как орган ведущий административный. Какие вы орган? Вы здрадник. Государство, вы здрадник. Вы здрадник. Ну, это ваше мнение. Это мнение белорусского громадства на данный момент. Мнение молодого фронта, мнение партии БНР. Выбирать место ведения административного процесса. Человек хочет написать, я забираю человека, забираю их, надо стоять их личности, данные. А где такое написано? Что вы имеете право вообще-то? Да, кстати, надо было стрим, я говорю, не останавливаться. Если б знал, вроде все, свернулись, пошли со смены уже домой, как обычно. А хрен там. Никогда не бывает. Переплата. Я уже и флаг свернул, и все, а тут, как говорится, время-то только настало. Что это, с какого притыка уже по Бравлянам ездит? Что? Ты куда ж не ездил? Сказал ехать или нет, или тут оформит? Ехать. Валер, мужайся. Мать нация с тобой. Треба тебе грабодежь. Ось обрыв с тобой поедут, или что. А какого числа? Ну, короче, напишешь потом. 20 числа. Так, что тут? Протокол. Протокол составили. Ставили протокол. Так, здесь. С протоколом ознакомлены, не согласны, не согласны. Подпись. Это Родченкову привитание, коли будет разбирать мой протокол. Я же ему сказал, как огнетушительный. Необходимо явиться в Кальварийское 27, 4 числа, 10.00. Так, с протоколом ознакомлен, подпись, копия, подпись, что в отношении вас ведется значит административный процесс, подпись. Давайте мне вверх, по приложению. Да. Тут все белое, не цикаво. Я стены у камеры. Где? Подойдите сюда. По поводу... Объяснение письменное вы будете давать? Нет. Не могу того, что меня сбил эту машину. Ну, в принципе, я еще кажу, что не ведаю. Мы добро ведаем за вот оборону, уже 102 протокола. Си варта, не варта это писать. Есть, конечно, есть. Конечно. Значит, меня за корону. Письменно будете давать? Нет. Объяснение. Ну, можно, в принципе, письменно дать. Вот видео. Хотя, ну, я видел это видео. Будете письменно давать?
давай. Либо в устной форме, я пишу рапорт, и сейчас дальше сдавать. Я, кстати, пишу в устной письмо. В устной форме, да? Давайте в устной. Значит, вы объясняете, что во сколько, 17-20, ну, да, калибр находились приезжал. Здесь, так. Водитель Opel подъехал, вы стояли на проезжей части. На дворовой территории, да, настоящая частка. Прилегающей территории, я прошу прощения, не перебивайся. На прилегающей территории стояли, значит, он видел вас, то, что он стоит, начал движение. Так, мой бок, и почему меня давить? На умысле. Если бы я не сошел, то бы он меня задавил спокойно. Я бы этому помню на 150%. Скорая надо? Да. Нет, все добро, как бы. Покуль что не треба. Покуль что не треба. Один, что я могу порадить, это только огнетушителями вам закупаться. Они вам пригодятся. Нужная речь. В Украине пригодилось. Огнетушители надо для пуканов, посетителей ресторана, а то у них пригорает, когда они видят такое жесткое блокирование. Тушить пуканы ватников надо, огнетушители. Денис Урбанович. Будете писать заявление? На место. А? На место. Машинка. Машинки? Машинки не треба. На капоте можно. Давайте на багаж. Справа у тим, что заяву писать как-то ментам, вы что? Ну, раз, я розумію. Наш протест мирно, сподіваюся, надалі радикально не буде, ви ведаєте. Пока здесь живий Урбанович, пока ще Лукашенко не застрелив мене з Путлером, я буду тут. За мною Кимчелин, Северна Бенчастя. Я вообще то действую на них. Он видел определенность. Нет, так а что вы? Что вы? Давайте. Давай я то идем. Валера, пошли, я то идем, где мне писать. Давай. Стяг возьми кто. Глядите, молодофон тут где лишь не смешает. Лицея. Все стяги отобрали. Пошлите, пошлите. Ну, это дрался. Ну, выскочил, почав грубить, кинулся, но я не дрался. Ну, как сказать? Да. Алло. Поглядите видео, там все бачно. Лепи взяли паперку, почитали, сходили на куропаты, поглядели бы, никто б ничего не робил бы. Я б садил бы уже, да, уже б садил бы каву пил бы, а сейчас зараз тут стой. А им не чекало это. Так, можно как-то опять отойти, ну все, это что, рядом стоять нельзя? А что? Да, закрытый процесс. У нас закрытый процесс. Хочешь попросить, не жалеть, это не снимать. Чтобы не подслушали чего-нибудь, а то, чтобы не доказали. А при этом еще час... Левые нити называются. Да, и суды такие тоже. Да, и суды тоже такие. Снимать нельзя, ничего нельзя, чтобы ничего не доказать. Тройка революционная скоро водить. Темнеет, скоро будет качество плохое, совсем упадет. Ну, вроде тут будут писать заявление. Уже не едут в Управлянское РОВД. Вроде как тут решили вопрос писать заявление, там все. На одного или как? А, ну, на этого водителя, который прокатил на капоте. А так сначала же он приехал, участковый сказал, что... все-таки будет писать? Кого? На этого. То есть не на активистов? Нет, на активистов те пишут. То есть это понимаешь как? Тут и те вызвали милицию, и активисты на него вызвали. То есть вызвали. И друг друга да, заявили. Друг друга будут. Разбираться, кто прав, кто виноват. Те на этих, эти на тех. Те позвонили, что препятствуют выезду, как бы так, не дают выехать, и все, тут хулиганит. А активисты за то, что они прокатили несовершеннолетнего на капоте, там сбили практически. Вызвали участкового. Вот он приехал и говорит, кто там участники, там ты, говорит, показал на этого водителя и на Валерия Рябцева, ну, который вызвал, говорит, поедем со мной писать в РУВД управлянские заявления. А Валерий говорит, не-не-не, давай тут лучше, короче. Ну и как-то стали вот говорить так, сейчас решили, что все-таки здесь. Чувачок такой. Какой? Ну, видно же, что... Так. Выезжай. Я вам замерил. Он замерил.
Этот человек будет ночевать сегодня тут. Этот человек будет со мной хотел видеть. Этот человек будет ночевать сегодня тут за свой недрянный поступок. Я вам все объясняю. Я выбрал, что он едет со мной в отдел милиции. Не мешайте, грузите их в машину и везите. Калинина учила житё... Мои документы находятся у него. Он со мной с автомобилем едет в отдел милиции. Калинина учила житё, можно научиться совсем по-иншему. Дадите, зачем вот. Вы отказываетесь в власть мои законы требования? Вы что, меня не арестуете? Я просто предлагаю, чтобы вам, чтобы вы отъехали с человеком, чтобы я проследовал отдел милиции, полагаю. Наденьте ему наручники, загрузите в машину и везите. Да. Но его документы у меня находятся. Он следом за мной едет в отдел милиции. И он будет ночевать тут. Пожалуйста, отойти. Вот. И он будет ночевать тут за свой вот таких кровавый поступок. Опозоривший белорусский народ, да, и сгандивший это место. Я вас еще раз прошу отойти и дать машинке проехать. Ну кидаться перья распускать добро, а вот отказываться от этого за свои поступки. Нет, я постою, я могу здесь постоять. Отойдите, человек едет со мной. Комитет персонального процесса в управлянской отдел милиции. Там завернете и разъедете все. Не завернусь, его документы находятся у меня. Хотите, проедьте со мной. Я к вам не поеду, я от вас не выйду. Пожалуйста, пойдемте. Ну не хотите, не хотите. А его можно загрузить в машину. Я говорю, отойдите, чтобы человек проехал со мной. Вам что-то неприятно. Пусть ночует тут. Там неприятно говорили, что. Пусть ночует тут. Отойдите, дайте машину проехать, чтобы человек въехал вместе с машиной со мной потом улице. Пусть осознает то, что зарабило. Он будет осознавать в отделе милиции. И он будет осознавать это не в отделе милиции, а перед Богом и перед белорусским громадством. В настоящее время он будет это все осознавать в отделе милиции. Отдел милиции не прописан перед отказом Библии. Там не написано, Иисус не сказал, что треба отказывать в отделе милиции. Не мешайте человеку проехать. Сябры, правильно? Я вас еще раз повторяю. Отойдите, не мешайте. Пусть ночует, коли у него такие уже борзы сильно. В отношении данного гражданина ведется административный процесс. И он мне нужен в отделе милиции для составления определенных документов. Сексуально. Наручники надевайте на него. Наручники, машину. У вас постоянно наручники? Мигалки. Да. 38, зайдите, дальше сюда проехать. Драться, очень драться. Драться — это бренд. Ты меня не уже вылавливать, там запомнил на этот парк. Малое человек будет по заугольным. Да, решил пойти на жесткий вариант, на до последнего. Небольшой проблем. Мне просто вельми цікаво, что они даже не попереджуют о том, что будет неповиновение. То есть это не цікаво. Они тебя попросили много раз. Они попросили, да. Но перед этим они сказали, что есть такая статья, но они этого ничего не кажут. Сейчас, может, скажет. Здесь 8, еще раз. Отойдите отсюда. Возбуждение совершения административного правонарушения в статье 18.23. Да. Поразмовляй. Где составлен протокол? Я не бачу, что он покаран. Вы составляете протокол? Я уже составил. Где? Хай покажут где-то протокол. Они не обязаны показывать. Я объясняю вам. Если вы... Значит, протокола нема, коли не обязаны показывать. Почему вы должны показывать? Я вам... Давайте смотрите, я вам объясняю. Вы в настоящее время совершаете административное правонарушение по статье 18.23. Если вы отказываетесь покинуть проезжую часть дороги и чтобы автомобиль проследовал, вы тем самым оказываете повиновение сотрудникам органов внутренних дел. Тем самым вы совершаете правонарушение, предусмотренное статьей 23.4. Вы меня арестовываете. Ну, получается, да, если вы... Надеваете наручники, запихиваете в машину. Вы запихиваете, давайте сразу пройдем, вот. Просто так. Просто вы отходитесь и все. Какая вопрос, в чем возникает проблема? Или вы хотите здесь вместе с нами проехать? Не, я с вами не поеду. Я вас хочу, чтобы этот человек здесь просидел и продумал то, что он задел. Вы отказываетесь проследовать служебный автомобиль или нет? Не, я в служебный автомобиль не пойду. Для составления административного протокола по статье 23.4, так как вы в настоящее время оказали повиновение сотрудников органов внутренних дел. Сотрудников? Сотруднику органов внутренних дел. Он говорит, вы сейчас возьму за заказ, а остальное, потому что вы еще, как я понял, недолго здесь стоянку будете расставить. Что робим за... Белорусское громадство! Что робим со здрадником? Протокол. Ну,
он объективно. Я думаю, пусть в районе едет за милицией. За милицией едем? У меня сомнение есть, что он вообще поедет за милицией. Конечно, сидеть неохота. Суды эти. Лейтенанта. Человек должен со мной в отдел милиции проехать. Вы же препятствуете движению. Бачите, вы стоите, вы же препятствуете. Пойдемте туда и с вами. Я вам предлагаю отойти от машины. Я не препятствую. Мы разом препятствовали. Я рядом, вы со слабей не препятствуете. Вы отходите или не отходите? Еще раз говорю. Вы тебя затримливать? Если вы не отойдете, да. Ну что, Сябры? Пропустите автомобиль и все. Человек должен присутствовать со мной в отдел милиции для ведения административного процесса. Здрада.